В Омске задержали драг-дилера с крупной партией марихуаны. 50-летнего мужчину взяли с поличным. При досмотре наркополицейские изъяли у него 1,5-килограммовый пакет зелья, а позже в гараже задержанного обнаружили еще 2 мешка конопли. Что вы можете пояснить по поводу этого пакета? Ну, пакет как пакет. Что в нем находится? Ну, что ты знаешь? Ну как, ваш пакет, вы не знаете, что в нем находится? Общий вес запрещенного вещества – 30 килограммов. Сейчас следователи работают со свидетелями, выясняют, кто и как доставлял наркотик на территорию региона. Дилеру грозит 20 лет тюрьмы.